Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Тотем Паут, и сегодня у нас еще Зевалка тут, поздоровайся. Да, всем здравствуйте, товарищи. Мы вот взяли, так сказать, World War Z за бесплатно, пока он был в Epic Games. Может и сейчас будет у вас, я не знаю, ну короче, можете на всякий случай проверить игрушку, потому что говорят классная. Сегодня вот я первый раз в нее буду играть. Толя, можно сказать, у нас, конечно же, уже ее потестировал. Ему вот он зашла, сказал. Поэтому сегодня вот мы сейчас попробуем сетевую игру поиграть. Так, ну что, Толя, найти матч или класс жать? Не, подожди, так. Я вот не вижу, у меня заблокирована эта кнопочка, но у тебя выберите эпизод написано. Ну да. Я вот нажал сетевая игра. Не, компания. А, компанию хочешь? Да, нажми, я люблю сюжет. Нажми компанию. Нажал. И выбирай эпизод, естественно, с самого начала. А мне выбрать по сети открытое лобби или по сети закрытое лобби? Давай закрытое, не хочу, чтобы кто-то подключил. Давай еще так. Выберите эпизод. Первый? Ну да, Нью-Йорк там с самого начала. Ну давай. Так, и тут сошествие, туннельное зрение. Чё, сошествие? Не-не, ну там самое первое из этих. Ну сошествие. Ну его, наверное. Я просто не помню по названию. Ты нажал готовность? Так, где мне ее тут нажимать? Да. Сейчас нажму. Слева. Так, сейчас. Так, я медик. Я за эту бабу буду как. Ну, готов, да, все. Так. Угу. Она вот даже я запускал. Она прям. Ну, это лайфлодер. Даже вот эта вот миссия, она начинается как. Как самая первая миссия Left 4 Dead 1, где они идут в госпиталь там в самом начале. Точно так же. Мы на крыше, нас, блин, четверо, пролетает долбанный вертолет. Ну, блин, это просто одно и то же. Ну, просто графон поновее, грубо говоря. И да, этот движение тоже по-другому чуть-чуть происходит. Mm-hmm. И да, и вид от третьего лица, не от первого. Ну, все. Ну, от третьего тоже неплохо. Ну да, кстати, от третьего... Хотя не могу сказать, где мне нравится больше. Нравится и так, и так. Тут вот единственное, все-таки зомбаков больше, мне кажется, бегает, чем в Эфудеде. Но тогда, наверное, просто столько моделек было бы тяжело переварить, я так думаю. Большинство Здесь, когда выпускается игра, она же делается по большей части целью, чтобы продаться, да. А в таком случае надо и графику подтягивать так, чтобы ее могли запустить как можно большее количество людей. О, ну хочу сказать, у меня на высоких даже вообще очень хорошо. У меня тоже хорошо с эскаляцией, в 1.5 все-таки мне нравится. Да тут вот единственное вот это взаимодействие на Ешку так сделано немножечко. Кривовато, надо ее чат-чат-тау. Так, и что тут делать сейчас? Ну, нам сейчас вот, у нас есть достичь вот этой метки. Нам до нее, естественно, надо дойти. У нас по умолчанию, типа, у большинства есть пистолет с глушителем. А тут нельзя нагибаться, да? Не, на контуру можно. На контрол? А, ну в бок нельзя, да, можно так присесть. Вот, у нас на F-ку, получается, бьешь. Угу. Понял. Пошли. Нифига их тут. Я вот не знаю только, какая сложность у нас больше. У меня, допустим, я так понял, можно было поменять сложность, да? Я ее на сложную поставил, просто потому что на легкую тут слишком. Тут иногда, естественно, спавнится всякое оружие, там... Нифига их тут. Их тут много. Тут спавнится основное, вспомогательное и тяжелое. Вот у тебя есть
1, 2 и 3. Вот так вот их и переключаем. Mm-hmm. На единичке у тебя вот, странно, но вспомогать. Не основное. Так, пополнить боезапас на Е. Ой, там эти. Снайперская винтовка. Ну, что я вот ее, кстати, не видел еще. Ну, что-то такое, я вот это, наверное, возьму. Старенькое. Запас осколочных гранат. А гранаты на Г, да? Гранаты, ну, наверное, на Г, но я, честно говоря, не знаю. Знаешь, я, наверное, себе... Волк. Я себе, наверное, масштаб потом повышу, потому что вполне комфортно. Да, может, просто. Нет, я и на полном масштабе могу, в принципе. Я хочу 75. Ну, хочу, если я сейчас, например, сделаю. У нас вот тут есть ящики. В этих ящиках, естественно, оружие, но это в кастах. В желтых ящиках вещи для... Ну, типа баррикады какие-нибудь. Или турели. Вот. Ну, это, по крайней мере, все, что я находил. Понял. Ну, вот как-то так. Уже сейчас поехали до точки. Вот он, кстати, гранатомет лежит, иди возьми. Это вот тебе пригодится. Не, ну бежит их, конечно, очень много. Мне это... Да я знаю, что я сейчас делать буду. Только вот они как-то так сделаны. Лоу, ты кто там к нам пришел? Этот пидоропец, ебать. Конечно. Это кто пришел? Это Ваня. Ваня? О, Ванюха. А мы как раз снимаем. Зомбаки забагались, и они у меня такие, типа, бегут в никуда. А, так мы это достигли, что надо сделать-то? Зачистить Астриум? Надо. Ну, ну давай. О. Один раз. Такое не сделал. Вот у меня забагались зомби. А чё граната на Г не кидается? А я не знаю, что за граната, почему у меня ее нету. А, на среднюю, во. Ой. Ой, налетели. Уже 1 апреля, что серьезно? Жесть. Ну, шутить мы не будем. Да и смысла нет. Шутка была, наверное, очень смешная. Нифига они тут, конечно, налетели. Да мы самые первые. Когда мы начали? А? Нормально? Да только начали. Но она небольшая, так что мы, наверное, дойдем быстро. Ну, по сути, да. Но ты к нам хочешь присоединиться? Так, это что у нас? Многозарядный гранатомет. Оу. Многозарядный гранатомет, это тоже прикольно. Блин, патроны кончились. Ну-ка, сейчас вот эту возьму. Какую-нибудь штуку. Так, вот это чувство, когда лежит много вещей, и ты ничего не можешь взять, просто потому что полная. Мне это всегда бесило в играх, но я даже не знаю почему. Come to mama, мне это так нравится. Ну что, поехали, давай, что там такое. Да, аптечкой сейчас вон немножко подлечусь.
пополнить боезапас. Так, ты где? А, так на точку побежал. Там лифт, да. Ля, вот это бит, вот это бит. Жестко. Так, это что? А, какая-то турель. И как я... Бери турель, у меня электрическая херня. А как ее поставлю? И иди сюда. Тут есть места, куда ты их ставишь. А, вот. Установить пулемет. О. Установил. Ну, отлично. Там, получается, каждый уровень, я так понял, надо будет отстреливаться и что-то типа. Че, бой начинаем? О, сейчас. А, да, вот давай. Да он как бы на самом деле вот этот первый не очень-то и свой. Держите позицию, ну давай. Ху-ху-ху-ху-ху, ничего себе. Греется пулемет, я прям что-то не могу с этим сыпаться. Красота. Я знаю, зачем мне гранатомет дали. А почему винтовка стреляет очередями? Ну, это ж смотря какую ты взял винтовку. Муха. В смысле муха? М-ка. М-ка это не муха, муха это другая. Ну так это, да, это так и стреляет. Ой, мужик, ты чё? Как он вырваться? Не хочет умирать. Там это ты, ой, всё, гранатомет надо доставать. Так поражи без памяти. Пулемет закончился. Ой. Так, ты что тут делаешь? Он типа вот этот челик по спине его не бьет. Угу. Да хорош. Ну, типа, наверное, все. Че, все что ли? Ну, получается, да. Где моя? Не, вот тут что работает. Да, такой другой мне нравится. Пошли. Сейчас пойдем. Так. А, полное снаряжение, ну ладно. Стоп, туда надо или куда, блин? Нам надо, по идее, в метро сейчас. А, ты в полисне или там? А, ты на улице. Да. I'm going for the subway. Тут вот, смотри, есть дробовик, винтовка. Не знаю, винтовка на 5 выстрелов, но она типа как... Типа как разрывными стреляет, чё-то. Я так понимаю, мне нужно без вас пройти то, что вы уже прошли без меня. Ну, я не думаю, что это прям обязательно что-то понадобится. Но если ты хочешь познать сюжет, то да, это обязательно. Да если что, мы, может, ради тебя пройдем. Да, может быть, еще раз пройдем, да, что. Ну, надо добавиться там что-то. Тебя, честно говоря, не особо хорошо слышно, потому что ты тихо говоришь. Ну это да.
train! Oi! Get out of it! Who the hell just shot at my train? Get in here! It's him. Ну, на этом, конечно же, все не закончим. Достичь. Can you drive this thing? The ride ain't free, dear. Да, в смысле полное снаряжение, алё. Патронов-то дай. Ну, вот оно. О, поднять аптеку. Так, о, полный боезапас. Только что за арбалет. Арбалет типа такими разрывными болтами стреляет, а не обычно. Там все, блядь, разрывными. Ну вот так и получается. О, наконец-то загнали. Ай, ёпт. Ничего себе, где там вылетели. Да, я ж тебе говорил, что вот я обосрался, там ты бы не сказал, из-за угла только вылет. Так лучше слышно. О, да. Разумеешь. Надо в Epic Games добавить в друзья, чтобы играть, да? Да. Да. Толя, а как ты туда прошел? Я? Ногами. А шо? Да, спросил. Americans, man, lost every seed. What now? Bigger guns. Почему в ВВЗ играть или For Honor пойдем? Не, ВВЗ уже нужно. Ну, если хочешь, Ванюк, я потом For Honor зайду. Да, я уже потом в него не пойду, потому что... Идем дальше. Куда? Ну как куда? Что, я не понял, я ящики туда нашел. Нашего забили. Ну и хрен с ним, господи. А, ему и так помогли. Это бы его так жалко. So, what happens, right, when the armored grunts turn armored Zen? Вы нашли, блядь, время поиграть в игру про зон. Час, ночь, блядь. На что, как будто бы так страшно. И чё? Вообще не страшно, ей-богу. Знаешь, ты в Рейка не играл. И то нам столь смешно было. Да, было более смешно, чем страшно. Когда он еще забагался и тупо бегал вокруг нашего дома, вокруг кабана, и где он там должен был бегать. А нам дальше точно. Так. Подбирай ящик, который, блядь, первый. Зашел? Сейчас мы тут почти закончим. Нам донести эти ящички и мы, получается, дальше будем играть. Ну так у меня первое слово из Discord развивал. Ты лучше свой потом мне скажешь. So everybody's going north for the big freeze. Smart. Until the big thaw. Честно. Давай, докидывай его сюда и поехали. Okay, we good?
All aboard, who's coming aboard? Oh, we're making too much noise. They're gonna come. We gotta go now. Арна зомби через окна полезен, да? Ну, если их не отстреливать, то, наверное, да. Блин, ну сейчас им тупо вон туда Магрену закинуть. Ну, неплохо. Ну да, первая просто короткая, вторая уже подлиннее будет немножко. Ну чё, как думаешь, свернуться? Ну, в смысле сяду. Ну, для первого ролика. Ну, можешь свернуться. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, вот такой вот у нас первый видос по World War Z. Если вам понравился данный ролик, мы можем потом еще поснимать. Поэтому, как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ждите новые ролики. Всем удачи и всем пока.